«Будь красива и помалкивай» 58-го. Именно с этого фильма началась дружба и соперничество Алена Делона и Жана Поля Бельмондо, будущих монстров французского кино. Для Алена Делона это была вторая роль в его фильмографии, а для Бельмондо уже четвертая. Знаменитые любовные истории 61-го. Фильм состоит из четырех новелл. Помимо Делона и Бельмондо, в этом фильме сыграли и другие звезды французского кино. Брижит Бардо, Филипп Нуаре, Симона Синьоре, Ани Жирардо и другие. Жан-Поль и Ален сыграли в двух разных новеллах. Пару Делона в его новелле составила сногсшибательная Брижит Бардо. Франко-американский военный фильм «Горит ли Париж» 66-го об освобождении столицы Франции от немецкой оккупации. Режиссер Рене Клеман собрал для съемок актерский состав из наиболее популярных актеров, в том числе молодых, но уже известных Делона и Бельмондо. «Борсалино» 70-го. Гангстерский фильм Жака Дере с участием Алена Делона и Жана Поля Бельмондо. Действие фильма происходит в Марселе в 30-х годах. Два хулигана, Франсуа Капелла и Рокси Фредди, пытаются контролировать нелегальный бизнес, в том числе проституцию. После короткой драки из-за проститутки они становятся верными друзьями. «101 ночь» Симона Синема 94-го. Юбилейный фильм к столетию кинематографа, где патриарх французского кино Аньес Варда собрала современных звезд из разных стран мира и дает им возможность проявить себя во всем блеске их замечательного таланта. Делон сыграл камео, а Бельмондо выступил в роли профессора Бебеля. «Один шанс на двоих» 98-го. Юная Элис втягивает в неприятности двух предполагаемых отцов. Приключенческий боевик с Ванессой Паради, Аленом Делоном и Жаном Полем Бельмондо.